Так. Здорово всем. Утренний райдик. На ДБшечке. Я пытался, кстати, найти доки на него. Нашел, но они только на немецком, естественно. Естественно, только на немецком. Сядем, чтобы этот месяц не заебывал. У нас постоянно. Да, в общем, все пытался сделать. Я пытался и звуки на него найти нормальные. Ну, вообще какие-то любые звуки. Нашел, установил, естественно, все вылетело к чертям. Ну, шкала модера, это известная херня. Поэтому будем говорить. Кого валяется вокруг? Так, ну я посмотрел официальные, есть официальные такие старые кино, может быть, наверное, вот так вот погромче делаю, ну-ка. Раз, два, раз, два. Пиздец, долбоёбин, кусок, нахуй. Раз. Раз. Кстати, вот я не знаю, у меня была гамма выставлена до этого, наверное, все-таки я возвращу ее обратно. Вот так. Гамма. Ну так реалистично, мне кажется. Слишком гамма похерена, очень много тональности. Чё такое? Так. Ох, нихуя себе. Какой-то двойная сцепка. Мне больше старом говне нравится ездить. Ну да, но поскольку это, естественно, немецкий поезд, то manual только на немецком. А немецкий я не знаю, к своему сожалению. Так. Проверим. Компрессор. Во-первых,
Во-первых, иди нахуй. Встань. Так вот. Так вот. Вот так. Служебная. Дальше. Сами аркады заебали, блядь. Энергопитание. Ну, освещение пора включать, сейчас будем посадку делать. Ну, я думаю, можно уже. Левая дверь. Вот это левая. Так, переднюю пока не будем включать. Тормоз отпущен. Блять, долбоеба, блять, суки. Так, компромисс. Звуки здесь неправильно сделаны. Даже если его полностью отключить, продолжается какой-то звук все равно. Тогда вот этот вот звук, а, типа, видно напряжение, какой-то трансформатор. Окей. Ну что, будем ехать потихоньку. Ну ладно, еще постоим. Поперди. Ну что такое? LED, чё? Проверка индикаторов, но она не работает.
Это что? Так, ладно, погнали. Звуки гала слышно, как они фланжируют.
просто когда делаешь звуки, блядь, и потенциально два звука даже, если будут играть одновременно одинаковые, вот одинаковый сэмпл, то они создают вот такой вот фланж эффект. Это наблюдалось в ранних версиях симулятора, калывых звуков, кто делал, когда левый и правый двигатели, они не разделяли, они один звук ставили, или на левый, и на правый. В итоге, когда двигатели... Не могу эту хуйню слушать. Ужасно, блядь. Когда в итоге звучали двигатели одинаково на одних оборотах, и звук совпадал, он брал тот же сампл одновременно, попытайтесь взять один и тот же сампл на миллисекунду, даже если он будет различаться, будет эффект вот такого фленджера, типа как эффект фленж называется. Ну, по-профессионально, не знаю, точно не помню. В общем, вот так вот. И здесь вот то же самое. Видимо, колеса берут звук где-то вот этого вот, не знаю, скольжения, не скольжения, этого вот, когда на кривых трется этот его точно такая. На улице тепло, можно открыть уже. Каловый звук прошел. Разгончик. Я немножко все-таки посмотрел. Как его? Как правильно ездить на видео официально. Там каких-то 60-х годов, 50-х. И, ну, хоть я немецкий не понимаю, я включил эти самые Close Capture включил и, в общем, просто визуально увидел, что как, что они делают, запомнил. В основном меня интересовало это обращение с контроллером, да. Собственно, его я и посмотрел. Туман и дождь красит любое утро, так сказать. Даже в Кала-симуляторе. Даже в симуляторе Кала. Ва.
Слушайте, может ему приоритет дать? Task Manager, чтобы он вот таких вот заик не делал. Или что ему дать? Не, это у него в движке закопано. Ну, типа, в кривых... Даже не в движке, потому что движок Unreal. Закопано в кривых руках разработчика. Где-то там. Где-то по адресу около кривые руки. От кривых рук до жопы. То есть там, где анал, анальное отверстие вкалывает, куда кал выходит. И вот до рук. Вот примерно вот в этой дистанции, это примерно вот там вот закопана проблема вот этих заиканий. Автотормоза, это кооперативные, замедленным ходом и дальше увеличиваем. Галит электролаз. У него калывает. Галит электролаз. Да, свой Google аккаунт я не могу залогиниться, я забыл пароль, и там восстановка идет сейчас. Слишком долго это, конечно, пиздец. Но поэтому в YouTube я не могу читать комментарии, даже свой YouTube не могу зайти. Однако стримить я могу.
странно. 60 зелен. Почему нельзя оставить там типа 65-45? Почему только по десятке она идет? Я думаю, ИРЛ оно идет по всем. Плавненько идет вообще. Куда хочешь можно поставить, а потом без места. Потому что здесь искал. Я не буду останавливаться нигде. У нас, блядь, пассажирский поезд, а не, блядь, не пригородная хуйня. Фига, блядь, будет меня на по стрелкам таким отправлять, не хочу. Пида. О, начинается, ёбаные, блядь, каловые, блядь. Почему он такой пидор? Вот я каждый раз включаю, выключаю эту залупу. Каждый раз. И он каждый раз ее обратно включает. Даст них пригородный поезд, поезд наш мать. Короче, основные претензии у меня к этой игре. И по-другому я ее не назову. Это игра. Типа без намека на симулятор. Или все равно как он называется, там типа симулятор. Это не симулятор, это игра. Основные претензии. Первая претензия. Скудность. Ебучего. Вот, ну, то есть, я не могу. Получается отсутствие возможности ездить по своему графику. То есть, ну, только предложенные варианты, только из тех поездов, которые они хотят. Невозможно сделать состав полностью, поставить его на рельсы и провести его как ты захочешь. Второе. Короткие, как пенис производителя этой игры, крауты. Конченое исполнение, звуки, графика. Даже с той графики, которую можно сделать офигенно, они сделали говно, потому что кривые из жопы руки растут, и вот такие вот затыки какие-то непонятные, блядь. Настройки там, цветности, гаммы в жопу куда-то выкручено, что приходится ставить решейд и выкручивать это все на человеческий уровень. Ну, то есть вот это вот все. Потом отсутствие реализации полностью систем хотя бы одного нормального там, локомотива. То есть аркадничество вот это вот. Вот эти вот очки постоянные. Прицелы вот эти вот. Огромное вот это вот остановиться, вам 1200 экспы, блядь. Ну, то есть вот это вот говно, аркада. Звуки я сказал уже, по-моему. Ну, это типа вообще реализация всей игры. Вот основные мои претензии к этой, ну, к этому говну. То есть, в принципе, наверняка маркетологи этой хуйни сделали так, что они... То есть у них стояла задача такая, чтобы сделать так, чтобы человек, который играет в эту хуету, не выдержал больше длины одного раута. Что
чтобы он не вайнил, что, мол, типа, здесь маленький раунд, и я проехал всего лишь 30 минут, и мне хочется 6 часов. Типа, не вайнь. Лучше иди купи еще один раунд. Или проедься и выколись так, что тебе не захочется через полчаса вообще ехать. Ну, в этот день больше. К примеру. Вот так. Типа, это, я думаю, основные. Все, погнали. Разгон. Ну вот, как-то так. Это мой ревью. Из 10 я бы дал этой хуйне 5, может быть, или 4. А то и 3. Ну, то есть, все здесь вытягивает движок и моя страсть к поездам. Все. Ну, это только из-за того, что я даю 3 или 4. От 3 до 5. Ладно, 4, да. Из 10. Ну, это, может быть, я уж, конечно, сильно его обоссал. Ладно, шестерочку дать. И только из-за моей любви к поездам. Интересно, что это за спойлера такие на двориках? Особо понятно, ничего. Типа механизм предохраняет этой сцепки. Так, давайте проверим тормоза сначала авто. 80. Ну, типа, рекуперация, как рекуперационный. О, бац. Сработали, теперь off и обыкновенно. Автоматику. На 70 там ставят. Не где-то, а 70. Короче, такой ход, блять, такой ход действий. Нужно выставить сначала селектор силы тяги в ноль. Ну, реверсивно вперед. Селектор в ноль, это тоже в ноль. Потом выставить селектор силы тяги где-то в 30, от 0 до 30. И дрочнуть с 0 до единички, может быть опять в ноль, и потом в единичку, вот этот вот селектор скорости. Ну и, допустим, ставлю следующую скорость. До 40 км в час разгоняется на селекторе тяги до 30, дальше можно плавно увеличивать. Либо можно, ну, в ноль выставлять селектор силы тяги и потом им воспользоваться. То есть ты выставил селектор скорости, допустим, 30 км в час, потом ты селектор силы тяги на ноль ставишь, и потом потихонечку его выдрачиваешь до 30%, чтобы плавное страгивание было. Как-то так я понял. Бля, он что мне на боковой путь сейчас не ебнул. Как он любит.
типа остановка для пидоров. Ну тут я уже ничего не смогу сделать. Тормозиться сильно не хочется. Нет, не ёбнет, нормально. Витя Перестука. Ну там, кстати, Перестук не очень слышен. Склеенный рельс. Мне нравятся вот эти стрелки в Германии. Они такие скоростные, что можно проходить на сотке. А, тут две ветки. Ну и максимальная скорость 120. Блин, офигеть, вот даже такого уровня уже электровозы в Германии были в каких-то 60-х годах. Насколько сраный совок просто опаздывает и опаздывал всегда от цивилизации. То есть, ну, по сути, посмотрите, если бы не чехи, если бы не чешские электровозы, которые, в принципе, были сделаны наверняка по чертежам и по разработкам Германии, да, там, ну, и германских специалистов и так далее, ну, вообще западных, короче, специалистов, вот, чешские электровозы, то, блядь, вот, уровень сраной рашки, это, блядь, ВЛ. Ну, ничего против ВЛ не имею, но, блядь, вы видели, как он выглядит? Внутри. Ну, короче, уровень его, он... Вот, немецкий уровень, уже дисплейчики есть какие-то, еще что-то. И ВЛ, вот. Так, а что отключилось? Что какое-то... А, окей, горочка. Еще можно вспомогательным шаровать. Прошлись.
Блин, может звук я сделать для этого, для ТСВ? А, купится или нет? Я знаю хорошая контора, вот эта вот, которая... Armstrong Powerhouse, но они делают для этих... Для английских поездов. И у них очень много клиентов и довольно-таки известная компания. Много продуктов. Зарабатывают хорошо. Но, блядь, вопрос, где записывать? Кого-то тогда с Германии находить, чтобы копить эту сразу. Потому что на YouTube с ютубчика не вытянешь. Очень старая хуйня. Ну, сейчас с интернетом не проблема найти того, кто бы записал набор звуков. Это отдельная такая получается индустрия для поездов. Можно попробовать, посмотреть, если будет продаваться. Может быть даже совместочку какую-то с Armstrong Powerhouse. Но в магазине бы продавался. Ну, в общем, надо подумать. Хотя хули, я и так не успеваю ничего не делать. Самолеты бы хотя бы доделать, что я хотел. Бали с платформы. Бля, пиздец, он близко я делал сейчас его зеркалом по башке. Охуе. А, здесь зеркало. Быстрая ветка справа, здесь слева за лохов. Сделано. Такие статоры, блядь, боссы. Thank you.
перед торможением тоже надо сначала скинуть электросилу тяги. Ладно, в ноль. Потом эту, а потом уже добавляется спектр. Типа, допустим, если мы хотим на сотку скинуть, да? Скидываем сначала это. Оляку. А теперь уже вот этот. Допустим, вот сотку мы скинули, куда нам надо было, да? Теперь уже добавляем селектор тяги. И видим, стрелка идет. Начинается торможение. Можно дальше добавлять. FML, fuck my life. Значит, FML. То, что я сделал, не надо было делать так, как я сделал. Traction Motors можно ебануть. Окей, что-то такое, я не знаю. Либо можно manual, да, режим, значит, тогда 0. Это свисающая скорость. 90. Мне нравится больше тормоза.
похоже на мануаля вообще. Все равно так электроторможение используется. Это здесь с пневмат онли. Прямо тяги, только тяга. Да. Там где-то сзади вроде еще переключается умный пневматик. Сам еще не всего понимаю. Thank you.
прибывает. Я уже полетать хочу, но мне педали неделю, наверное. Кстати, маневровая тоже. Контроллер должен быть где-то. Не, он есть, PRL есть. Для маневровки. Стоишь ты просто. Ну и в армию потом, по традиции. Хочу сегодня поснайперить. СВД. Сначала на буханке проедем. Еще один раунд, как минимум. Как ездить, нас помогать. И как?
сейчас включаю. Чего он не стучит после, блядь? Что стучит? Блядь, там Калова сделал, скорее всего. Скорее всего, точно. Все. Если двери открывать не буду, потому что он меня завершит. А куда мы? Что это за город? Поехал там еще. Аугсбург. Провинциальненько.
Я вход. Так, я иду курить. Подальше отойду. Няшный. Провоз наш. На зданиях хотел посмотреть. Старое здание вокзала. Okay.
18. 18. Окей, дальше. Так, где это было? Да, поехали. Обратно нельзя. Смотрите, дебэн. Блин. Так
только в одну сторону. Вот это вот меня просто выдрачивает. Почему нету в другую сторону? Ну не пиздать мне, пиздать. Окей. Типа якобы оттуда же отправляемся. И надо еще на один вокзал здесь заехать. Yeah.
Не, я ни в каких пердежах не буду останавливаться. У нас пассажирский. Если только это не какой-то там восточный вокзал. Еще со своими ебаными кликспотами обоссанными. Эта карта вообще не стучит. Не, не будем. Ебал. Каждый по устанке останавливается.
Ну, погнали. Погнали. Да, здесь будет еще один. Дистанция большая. И теперь разгон такой серьезный.
Причем есть какие-то карты, которые вот так вот делают, такой статор, а есть, которые нет. Привет. Да, там уже дальше все раз. Все равно ветер. А сколько там еще этих поворотов? Thank you.
Что за кривожопая, блядь, ветка? Еще и мигающий. Что там такое может быть? Бля, опять какое-нибудь ответвление ебучее. Ужасный интерфейс, ужасный хендлинг вообще. Блин, постоянно на какую-то залупу, блядь, боковую отправляю. Я не электричка, блядь. Заебывает, блядь. Сделали бы тогда не трейн-симулятор, а написали бы симулятор пригородных поездов, блядь. Трамвай-симулятор. Ну да, блядь, поезда стали превращаться в Европе в какие-то, блядь, трамваи. Ну, только что сейчас проехал, что это было? Просто, блядь, длинный трамвай и все. Похерили всю эстетику железной дороги. Еще опять какая-то станция, очередной раз, наверное, блядь. Отправят на боковую. Thank you.
хотя если не будет всяких восьмерочек, шестерочек, я думаю, наверное, пронесет. Да, будет все равно. Трамвайные рауты, короче. Эти трамвайные рауты, нету симуляции, Интерсити никакой. Thank you.
здесь вот можно будет чуть-чуть проехать быстро. Скажи, что ты умеешь. Браулас. Тяговые двигатели. Под Redline практически под красную линию отыграешь. Короче, больше 70 нельзя, после 40 даже. Плавно, плавно. Все. Под красную линию практически постоянно. Это 20 у него максимум, дальше не идет. Thank you.
Ну, можно вспомогательно добить.
Такие вот, блядь, приколы, блядь, случаются. Охуя. Без предупреждения вообще, блядь. Нахуй на боковое. Короче, я это буду называть отныне трамвай-симулятор. Это и не иначе, как он.
Тут, кстати, шпалы мокрые. В других ценах вроде не было. В смысле красный? Пошел нахуй. Короче, в пизду. Мне хватило на сегодня этого говна. Мне кажется, у меня вообще навсегда его хватило. Наверное, надо его, блядь, удалить в пизду. Лучше тренд поставить там какой-то. Ну там куиды эти самые. Не знаю. Ждасим. Принсим. Не глянуть как. Блин, эти качать там сложно. Если просто взял, закинул раут и все. Погнали, ладно. В армейский. Короче, я попробую соло побегать и повысматривать. Просто залечь где-то, повысматривать. Че нету игры? Ну, БС сам. Уже не так, почему нахуй не захватываем игру? Ай, блядь.